Здравствуйте, друзья. У нас четвертый день нашей стройки. Идет, вот ребята устанавливают опалубку. Видите, у них такие железные скобы. Тут вот так это происходит. Металлические, я извиняюсь, они не железные, конечно. Вот эти. Вот. Вот такие предметы, похожие на динамитные шашки. Вот, ну что еще сказать. Вы, наверное, видите, там уже лежат внутри металлические прутья для того, чтобы потом делать фундамент, железобетон. Вот ребята их подтаскивают, они там где-то гнут их. Подтаскивают, бросают. И так вот, в общем, такое ощущение, что с траншеями они более-менее закончили. Я уйду сейчас на работу, поскольку сегодня понедельник, день рабочий. Я пойду на работу, и когда вернусь, уже темно будет. Поэтому то, что сегодня они тут наворотят, мы завтра утром увидим. А в субботу никто не работал. Вот сегодня понедельник. Мы сталкивались часто с тем, что на стройке люди работают в субботы тоже. Но вот не здесь, не в нашем случае. Так что вот до завтра тогда.